Привет! Сегодня мы идем на балет. Сейчас мы находимся возле театра Новосадского. Все постановки, спектакли, балет, опера и все остальное происходит здесь. Здесь две сцены. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит местный театр. Театр начинается с вешалки. Но где она? Пойдем искать. Мозаика на стене такая оригинальная. Не пойму, что она собой представляет. Так, раздевалку нашли. Выглядит зрительный зал. Балет окончен. Было очень здорово. Не знаю, мне кажется, что все-таки русская школа балета и здесь. Потому что просто шедеврально. Балет был в одном действии, 1:20, но мы под впечатлением. Здорово. Сопровождение живого оркестра. Тоже, конечно, это особая фишка. А это фойе. Здесь мы видим скульптуры актеров, управителей. Видимо, люди, которые управляли театром. У нас висят везде фотографии балетной труппы, а здесь какие-то вот стоят головы актеров Глумац, Сава Райкович. Причем их очень много. В каждом столбе. Ну вот, мы окультурились. С чувством полного удовлетворения покидаем театр. Сняли для вас частичку этого удовольствия. И поверьте, дорогие друзья, здесь есть чем заняться. Сербы умеют устроить свой досуг, умеют устроить праздник. Многие нас спрашивают, не скучно ли нам здесь живется. Абсолютно не скучно. Есть чем себя занять, есть театр, есть все, развлечения и всего для жизни достаточно. Что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. И нас ждет еще много интересного, увлекательного, непознанного. Всего вам доброго. На сегодня все. Мы пошли домой.